Расскажи, как наш папа убирает? Как он убивает? Да, мне вот интересно, расскажи, как наш папа, он вообще дома убирает у нас или нет? А почему? Потому что он не хозяйка. Он не хозяйка, да. Он муж, а мы... Он кто? Он муж, он мальчик, а мы девочки. Да. И что он делает с вещами? Он вот так вот с оленем дружит. С кем он Палочка дружит? с оленем. С ленью. С ленью. Говорит, папочка, зачем тебе ставить брюки в шкаф? Это очень долго, тяжело. Лису, Да. слушается, кидает. Где, куда он кидает брюки На свои? пол. Носки куда кидает? Сюда вот. И на пол кидает. И на пол кидает, да, страшно. А потом легает, а потом приснется, как увидит, что носки нету. Потом кричит, Тоня, где мои носки? Тоня, где мои носки? А я ему что говорю? Ты ему говоришь, найди, куда ты его поставил. А он опять начинает. Тоня, где мои трусы? Ну что, не могу, наверное, взять трусы и пойти в ванную и